Всем привет, я на заправке Атан. Хочу показать вам цены на бензин. Что-то есть кафешка. Хочу показать вам стоимость, что там продают. Стоп-маркет. Попробуем картошку. Такие цены. Есть такие столики. И кондиционер, тут прохладно, хорошо. И людей нет. Толпы нет, что радует. Вот такая получилась картошечка. Сейчас покажу, что там. Вот она какая. Сейчас попробую. Вот такая вот она. Хорошая заправочка. И хорошая картошечка. В районе Изобильно в Ялте. Ну, я рекомендую кафешку точно, однозначно. Всем желаю сегодня хорошего дня и приятного настроения. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и поддерживайте мой канал по возможности. Всем пока-пока!